Русские оккупанты, вы подло разбомбили роддом и детскую больницу в Мариуполе. Никто в мире, кроме вас, не воюет с новорожденными, беременными и медиками. У вас нет ни совести, ни воинской чести. Вам, агрессорам, нет и не будет прощения. Мы знаем, кто сбросил бомбу на беззащитных женщин и младенцев в мариупольском роддоме. Мы знаем каждого, кто бомбит наши города. Любой ценой мы вас найдем. Мы, народ Украины, не забудем и не простим. Мы идем за вами. Слава Украине!